Изоляция зубов 37, 36, 35 при помощи платка Санктуари Медиум. В процессе препарирования поверхности, язычной поверхности зуба 36 был поставлен дополнительно кламп B1 на зуб 36 для того, чтобы улучшить фиксацию шейки платка в области зуба 36. Также на него была предварительно одета двойная лигатура. Платок, использованный Санктуари Медиум. Используйте в работе дополнительные клампы для фиксации на рабочем зубе, чтобы контролировать положение перфорации платка около шейки зуба и не порвать его. После завершения препарирования между зубами 36-35 была заведена иглодержателем матрица ТОР-ВМ анатомическая для маляров, и ее край был поджат под язычную браншу клампа B1, установленного на зуб 36. В зеркальце. Это позволяет очень хорошо плотно прижать матрицу к оставшейся части зуба и облегчает укладку композита. Используйте это в вашей работе.